Не освоили школьную программу менее 1,5% ноябрьских школьников. Итоги учебного года подвели сегодня на аппаратном совещании в администрации города. По словам начальника городского департамента образования Надежды Гудковой, в целом школы города посещают 12,5 тысяч юных ноябрьцев. На отлично год закончили 332 из них. А на второй год останутся 9 ребят. Для сравнения, в прошлом году их было более 20. Говорили на совещании об итоговых экзаменах. Что интересно, среди девятиклассников с заданиями по русскому не смогли справиться больше школьников, чем с заданиями по математике. В целом же большая часть выпускников 9 классов успешно сдала экзамены. А вот с ЕГЭ ситуация обратная. Русский язык, к примеру, не только дался легче 11-классникам, четверо школьников набрали по предмету максимальное количество баллов. Правда, на математике таких блестящих результатов не было. Если смотреть обязательные предметы в сравнении с прошлыми годами, то результаты получше. Те медалисты, которых мы будем чествовать вот в пятницу, они все получили высокий балл. Все до единого как бы сдали очень хорошо. Поэтому результаты подтверждают.